Владимиру Путину сегодня подарит раскраску про Диму и Вову. Это презент от авторов календаря с обнаженными студентами, который резонировал в прошлом году. А движение «Наши» приготовили видеозапись, которую сделали накануне возле здания исторического музея в Москве. Со свечами в руках участники выстроились, образовав число 59. Столько лет сегодня исполняется председателю российского правительства. При этом нашисты пропели, к сожалению, день рождения только раз в году. Молодогвардейцы будут сегодня раздавать наклейки с портретом Путина, которые нужно будет клеить на автомобили. А сам Владимир Путин, по заявлению его пресс-службы, проведет день рождения на работе, а вечером отпразднует в близком кругу. По московским крышам все-таки будут ездить, как написали сегодня московские новости, со ссылкой на распоряжение мэра Собянина. Власти решили реанимировать идею строительства дорог поверх малоэтажных построек. Светофоров и перекрестков там не будет. В самих зданиях разместят, как сообщается, парковки и торговые точки.